Мы делаем большое и важное дело. Поздравляем наших ветеранов с праздником 65 лет омского хоккея. Кукушкин был тренером. Он стоит у нас, мы по пропускам, у «Динамо» проходим. Он Анатолий, у тебя форма где? А я жил рядом, там, за Маяковской, на Чапаева. Я говорю, форма рядом. Иди, заболели двое игроков. Он, будешь играть? Ты что, я молодой, у меня глаза квадратные, я пулей полетел домой. У меня эта форма вся на батареях сушится. С кем играли? Вот с ЛДО. Вот и на воротах стояла вот первая моя игра. А на воротах стоял Пучков. И как я сейчас помню, я, в принципе, от природы не был таким резким, что скорость у меня не очень такая большая была. Ну, в какой-то момент в игре я защитника Жогель запомнил его, проткнул его. И со своей зоны убежал. И, конечно, я Пучкова этого не видел. Глаза квадратные, на ворота вышел пацанишка. Ну и сунул его, и попал просто. В первой же игре первый гол? Вот в первой игре первый гол. Мы из-за чего, вот Блинов, Шаталов, хозяина, вот я. Мы со стадиона «Динамо», мы жили там. У нас и коньки там лежали, даже мы еще и не в команде были, мы начинали как с детей. Мы в школу сходили, покушали и туда, и на мостовку, и до 11 часов вечера. Поэтому у нас было катание, мы красиво катались задом. Блинов как задом катался. В центре же очень трудно поймать тело игрока, да еще на заднее место. Он, Юра у нас такой, Андреев был, не видим, не слышим. Прилепский его так называл, не видим, не слышим. Он уберет по центру это, а тот сбоку его как поддесь, у него кегли в ноги. Выше головы подлетали. Он его по хребту клюшкой, ну что, пацан, что издевать. Он раз, за второй раз. Вот и пошло. Защитник, защитник. Многие ветераны как бы дают советы, чтобы мы больше работали над собой, больше занимались, не ходили по разным клубам. Ну, то есть шли по правильному пути и выросли хороших игроков.